Сегодня 2 февраля 2024 года, и вот такая красота мне попалась на прилавках нашего супермаркета. И я не удержалась, конечно же, и купила, потому что не могла взгляд отвести, да и слюной уже могла подавиться. Ну а когда пришла до дому, непосредственно начала разглядывать, какой же этот сорт. К счастью, в Европе указывают сорт земляники, который упаковывает. И в данном случае это сорт Felicity. И моему удивлению не было предела, потому что этот сорт у нас есть в каталоге, и все, кто желает, его могут приобрести. А от себя хочу сказать, что я попробовала. И несмотря на то, что сегодня февраль месяц, земляника реально обладает определенным вкусовыми качествами. Не такая пластмассовая, да, что обычно соответствует этому периоду, а настоящая. Она пахнет земляникой. У нее и аромат, и кислинка есть, и даже выраженная сладость.